Это юг Красноярского края, Кривинский бор, памятник природы, особо охраняемая территория. У кромки этого бора находится озеро Тагарское с соленой водой и лечебными грязями. Рядом известная здравница, санаторий Сосновый бор. Именно здесь находится месторождение Тагарское, подземный источник с целебной минеральной водой. Подобных месторождений в России всего 9, среди которых Ессентуки, Нарзан, Карачинская. У нас великолепная минеральная вода, так называемая Минусинская минеральная вода. Скважина находится прямо на территории санатория. Вот. Вода обладает тоже уникальными свойствами. Практически люди, которые принимают эту воду, практически за короткий период времени улучшают свое здоровье. Раньше этой водой могли пользоваться только отдыхающие санатории. Теперь она доступна самому широкому кругу потребителей. Помимо минеральной лечебно-столовой воды Минусинская, завод выпускает питьевую воду высшей категории «Мороз», «Витаква» и «Серебро Сибири». Главное, что покупатель в магазине получает именно ту воду, которую используют в самом санатории. Потому что розлив Минусинской минеральной воды производится напрямую у источника. В Красноярском крае и Хакасии нет больше компаний, которые выпускают воду прямо на месте, возле месторождения. Скважина находится на особо охраняемой природной территории. К тому же глубина ее залегания более 200 метров. Мощный слой водонепроницаемых глин надежно защищает подземный источник от внешних воздействий. Сохранить воду в первозданном виде удается благодаря отсутствию процесса транспортировки. Вода не привозится на завод в цистернах, как у других компаний. Современная итальянская линия полностью исключает контакт человека с водой. Минусинский завод производства минеральной воды и безалкогольных напитков – единственное в крае и Восточной Сибири предприятие, представляющее замкнутый цикл производства – скважина-завод. Здесь вода напрямую из скважины поступает на завод и разливается в бутылки автоматически. Нигде она не касается рук человека, не может быть разбавлена или загрязнена. Все это способствует тому, что уникальные лечебные свойства Минусинской минеральной воды сохраняются в том виде, в каком их создала природа. Вода, которая благотворно влияет на весь организм. И получаешь такой, знаете, заряд бодрости, настроения и полного здоровья. Сегодня люди активно покупают чистую, настоящую минеральную воду, особенно если она оказывает реальную пользу для их здоровья. Главное, чтобы она была доступна на витринах их магазинов. Минеральная вода Минусинская. Природная, питьевая, лечебно-столовая. Ее можно использовать как для оздоровительных целей, так и для повседневного применения. Она обладает богатейшим набором различных минеральных солей, микроэлементов. И что очень важно в нашем регионе, эта вода содержит йод. Вода Минусинская способна решить многие вопросы, связанные со здоровьем людей. Она успешно применяется для лечения и профилактики многих заболеваний. А за счет газирования ее природные свойства сохраняются дольше. На современном оборудовании завода также выпускаются еще 3 вида природной столовой воды высшей категории. Это «Витаква», «Серебро Сибири» и «Мороз» различного объема и разной степени газации. Это вода питьевая, ее можно применять и для приготовления пищи. Качество продукции, выпускаемой заводом, отмечено множеством международных и российских наград. Титул призера в программе «100 лучших товаров России», «Лучшая минеральная вода года», «Живая вода России». Нам доверяют промышленные предприятия «Русал», крупные торговые сети «Красный Яр», «Командор», «Светофор» и их дискаунтеры. Федеральная компания «Российские железные дороги», «Полет-сервис», автозаправочные комплексы и офисы, расположенные на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Иркутской области. Сотрудничество с Минусинским заводом минеральной воды и безалкогольной продукции перспективно как для малого, так и для крупного бизнеса. Ведь рынок потребления воды имеет стабильную динамику роста, а здоровый образ жизни – неизменный тренд нашего времени.